Наверное, я всегда мечтала стать знаменитой. Я никому не давала спуску, особенно мужикам. Сейчас ты отдашь мне бумажник, а потом быстро отсюда уедешь. Я всегда добивалась своего. Флорида, 1976 год. Классный пляж. Мы заботимся о том, чтобы сюда не попадал мусор. Ты ни черта обо мне не знаешь! Как тебя зовут? Эллен. Познакомишь меня со своей подругой? Ли, это мой отец. Друзья зовут меня Ли. Но для красивых пожилых джентльменов я Эллен. Надеюсь, я еще не раз увижу вас здесь. По мотивам реальных событий. Ему угрожает реальная опасность. Она манипулирует. Ты лучшее, что случилось в моей убогой, скучной, несчастной жизни. Она контролирует. Я согласна. Меня твой невинный видок не обманет. Я тебя насквозь вижу. Она наговаривает на меня. Я не буду спокойно смотреть, как она рушит мою семью. В отличие от нормальных людей, у нее нет совести. Теперь она может распоряжаться всеми средствами на всех его счетах. А что ты реально знаешь о ней? Она отсидела срок! Хватит! Пейтон Лист. Мой муж миллионер. Я хочу закрыть эти счета. Все до единого. Тобин Белл. Я знаю, что ты из себя представляешь. Репутация твоего отца и всей твоей семьи под угрозой. За все нужно платить. И сейчас ты это сделаешь. Да, я всегда хотела прославиться. Монстр. Начало. Скоро в кино.